Вырастить семерых детей легко, делятся Марина и Сергей Гутманы, ведь в их семье царят любовь и взаимоуважение. Дети их союз лишь укрепляют и делают жизнь интереснее и ярче. На самом деле, когда много детей, проще, мне кажется. Это ошибка, считают, что это труднее. Нет, это проще. Когда много, это сила. День семьи супружеская пара отмечает всегда вместе. Сегодня они вместе с детьми собрались в важном месте. У церкви Петра и Февронии, которые олицетворяют любовь и верность. Секрет счастья Гутманов прост. Ну, во-первых, секрет всегда подождать. Бывает, когда что-то бывают какие-то проблемы, не надо их решать, надо подождать, они иногда уходят. Это один из секретов. Ну да, подождать и молиться. Подождать, помолиться, и как-то все разрешается. С днем семьи жителей Одинцовского округа поздравил глава муниципалитета Андрей Иванов. Во все времена, во все века семья – это самая надежная опора и непроходящая ценность для каждого человека и для всего нашего общества. Именно в семье мы от старшего поколения младшему поколению передаем духовные ценности, культурные традиции. И это действительно, наверное, самое важное, что может быть в нашей жизни. Семья Никифоровых вместе уже более 50 лет. Никакие ссоры и конфликты не могут разрушить этот крепкий союз. Ведь он наполнен главным – любовью и нежностью. Князю Виктору Свет Геннадьевичу, княгине Елене Свет Викторовне, совет за любовь! Соединила нас духовная общность какая-то, вот духовное единение. Так оно и пошло. И никогда не хотели расставаться. В командировку вместе ездили, в отпуска всегда вместе. Рушник, пшено, виноград. Для золотых юбиляров провели торжественную церемонию по старинным обычаям. Кроме того, на празднике прозвучала молитва. Святие благоверные книги Петра и Февронии, молите Бога о нас. Завершился праздник возложением главного символа любви и верности – ромашек к памятнику Петру и Февронии. Эмилия Аркелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Улыбнитесь, друзья!